Ну что, господа, вчера записал видео, показал, что доллар стоит 53 копейки, ну, около 54 копеек. Это настоящий американский доллар. Ну, стоимость вы сами представляете, и что с ним делать, тоже вы представляете. То есть берем зажигалочку и посмотрим, горят ли американские доллары, да? Прекрасно горят. Замечательно горят. Вот так сгорают ваши вклады в долларах. Поэтому думайте сами, решайте сами. Россия всех сильней. А, ну чтоб не было там вопросов каких-то, что это не настоящий. Вот видите, он сгорел. Вот так вот и закончит американская валюта в Российской Федерации и во всем мире. До свидания, доллар!